еще одну какую-то новую локацию нашел в окрестностях Судака, ребята. Никогда здесь не был. Потому что как-то не обращал внимания. Такая горка вроде небольшая со стороны. Но оказалось, что очень красивая, когда заберешься на нее. Новый свет. Гора Сокол. Вот вообще окрестные горы Судака. Ветрище сегодня и холодина. Хотя и солнышко. Блин, классно вообще. Ой, в такой ветер страшно подходить на край. Но я подойду. Вот туда еще хочу сходить. Там заброшенный какой-то, недостроенный. Еще в советское время пансионат или что ли, дом отдыха какой-то, санаторий. Вот. А это Черное море. Может быть, даже сегодня дойду до туда. Газ в палас. Так, нам придется слезать по скобочкам. По скобочкам слез вот оттуда. Ага. Думал, что сейчас подойду поближе к этому, к заброшке к этой. Но тут, по-моему, все. Путь закончен. Там, наверное, не слезти. Ну, поближе подошел. Там дорога, в принципе, есть. Может, там пройти. А вот это вот что такое? Не тропинка ли? Чуть я не заметил. Ну, тропинка такая, как будто вдоль этой газотрассы. Я единственное, что-то страшно мне. Вдруг там сторож с собакой. Спрашивать не будет. Спустит и все. Я вон сейчас там наверху был. Блин, как стрёмно, что камера не передает вот этой всей атмосферы и глубины и величины. Так, ну ладно. Ну, вроде нормальную тропочку нашел. Надо поставить, послушать, нет ли собак, не гавкает ли. Тишина. Даже ветра здесь нет. И это хорошо. Кто бы мог подумать, что тут такие тропы. Камни такие валяются. Здоровые. Выглядит круто. Вот она, скала. Так вот, долго ли, коротко ли вышел я к этому пансионату недостроенному. Дальше пока не знаю, куда идти. Если тут сторож какой-нибудь, не знаю. Посмотрим. Ну что, наверное, крутое место было бы, если бы все это построили. Прямо на берегу моря. Такое мощное здание. Интересно, там есть ли кто-нибудь? А ну-ка. Фига себе. Паутина, все. Заросло. Никого. Кафель даже лежит, ничего себе. Почему странно эти блогеры отсюда ничего не снимают? Может быть, есть какая-то причина? Так, мне надо до моря дойти сейчас. Блин, там, наверное, хрен выйти, а может и выйти. Посмотрю. Жутковато одному-то тут ходить, конечно. Но интересно. Возвращаясь к выходу по улице, пойду нафиг, потому что не знаю, есть там выход к морю или нету в самом здании. Здесь-то точно тропинка есть.
снаружи еще поснимаю. Сколько тут этажей-то? Это, походу, тротуары должны были быть с бордюрчиками гранитными. Вот там дорога есть обратно, по ней пойду. Чуть твою мать, какое-то подземелье даже есть. Да. Охренеть просто. Жуткое место. И скамеечка. Здравствуйте. Вот, а вот и причал. Еще я сюда не ходил никогда. Еще сюда вообще никто никогда не ходил. Не снимал. Территория охраняется с собаками. Ебать. Сегодня тут даже не штормит. И водичка такая чистая более-менее. Всякая фигня в воде находится. Медузки плавают здоровые эти корнироты. О, какая. Короче, решил еще по берегу пройтись. Там такие камни живописные валяются в море прям. Посмотреть поближе хочется. Вот такие скалы в воде тоже. Решил обойти это место. И правильно сделал, потому что вон сторожевой домик. И только что там сторож с собакой выбегали. Уж не за мной ли. Но вроде далеко сейчас, поэтому, наверное, правильно сделал, что я пошел. Сейчас он туда на дорогу только выйти надо, и все. Але супер гуд. Блин, красотища. Заказ здесь встретить, наверное, вот самый топчик. Туда вон садится солнышко куда-то, в ту сторону. Ну вот и на дорожку вышел, пожалуйста. Но сейчас, блин, до судака чапать прилично получается. Ну вот, тем же путем решил вернуться. Вот я вот там обошел здание, и потом он гребешку прошел, вышел на дорогу. И вот здесь вот поднялся обратно, там же, где и спустился. А у нас время уже к закату близится. Не совсем еще, но уже такое солнышко вечернее, как будто бы. Здесь поднимался, здесь вот такое, типа ущелье. И если здесь поскользнуться и упасть, то вот там справа, прямо сразу обрыв к морю. Сейчас вот, в прямом эфире. Дойдем с вами, покажу. Вот сюда можно подняться, посмотреть. Туда раз. Да ничего, нормально. Все, хочу искупаться, сходить. Да блин, волны. А если волн нет, сегодня, например, нормально. Море такое. Более-менее спокойное. Вот, смотрите. Раз и сразу туда. Можно укатиться вниз. Волны небольшие, но зато море такое мутное. Я хочу в чистеньком. Вот я только что там был, внизу того домика. Жуткое место, скажу я вам, ребята. Ну и все, сейчас в сторону дома. Поражаюсь постоянно в ноябре, почти уже в декабре. Зеленая трава. Добрый вечер. Или закат подождать, или еще долго ждать, их знаю, короче.